Сила шабет хатрску юсша, хоротахума и хиожранзиги, хаукшар стахана, хаузя тагла заши самадзамыз. И взять за них друет, а нахи дуку хаман, асас сарацаникан, айла харакан, убрямиштех, урстула асцет, айкшара симан, однако пиуска арминистр, урстула хада, убрямиштех, сыкан Башкортостан, убри и над халан, а тагла заши аламцит, убри зехану пеханза, я бы пресс-конференция захказ. Хабхаа, Харатахума, я кунагоп, я не шеф хазо, я кушалот, савилот из Бенугзар, Сергей Лыска, а вот уехинза Яшу Усу. Добрый день, уважаемые коллеги. В силу известных обстоятельств нам, у нас не получилось провести пресс-конференцию чуть раньше, хотя были серьезные поводы. Это связано с тем, что у нас были торжества. После этого мне пришлось выехать в Российскую Федерацию. У меня была встреча с министром иностранных дел, вы об этом знаете, с президентом России, поездка в Республику Башкортостан. Вот сегодня я с большим удовольствием вас здесь приветствую и готов ответить на все ваши вопросы. Уже айгуа, распыла хада Владимир Путин и шареши и пылара мёпыс, он информация хамуала и пылара бзиен и мёпысит, шарегиш гуалакара бзиен, шахзалат шабер стахын, алат шаква и пылара хуньби. Харахзахын, хюнткаразы, дара цакдуус момшын, убри анби, апсны хюнткарра хадара, цыпх, эчахка эта комиссия, Иви Башукса, Айайра, Азгватра Язгу. Вы комиссия Айлатвара Мепургит Вивибишбен, 27 заседаний Государственной комиссии. И итог, он вами виден, как прошли мероприятия. Кстати говоря, часть этих мероприятий будут реализовываться в течение действующего года. Общий бюджет мероприятий составил более 250 миллионов рублей. Я коротко вам расскажу об этом, о цифрах. Значит, были проведены ремонтно-восстановительные работы на следующих объектах. Это мемориал первого президента Республики Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба, реконструкция памятника павшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Анхва, реконструкция памятника в селе Приморское, ремонтно-восстановительные работы памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в селе Члоу, в селе Адзюбжа, в селе Миркула, проведение работ, ремонтных работ по восстановлению памятника в селе Кандых, памятник погибшим в селе Эшера, памятник погибшим в селе Хаб и в селе Звандрыбш. Большая часть работ выполнена, какие-то работы находятся на стадии завершения. Более того, в ходе праздника у нас побывало более 800 гостей с Республик Северного Кавказа. Это члены семей, принимавших участие в нашей войне, добровольцев и погибших добровольцев. Их было 800 человек. В течение двух недель они находились здесь, в Абхазии. Все, что связано с отдыхом, с приобретением билетов, с организацией отдыха, экскурсии, торжественные мероприятия, питание, все эти вопросы были финансово обеспечены из нашего бюджета. Более того, для того, чтобы рационально использовать государственные деньги, государство оказало поддержку вооруженным силам. Объем этой поддержки более 130 миллионов рублей. Вы, наверное, видели, во время парада прошла новая военная техника. Это около 10 машин повышенной проходимости Садко на базе ГАЗ-66 и около 20 других машин. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в авиационной части парада авиационная часть состояла из показательных выступлений наших ВВС с участием вертолетов и наших истребителей Л-39. Эти летательные аппараты были проведены
надлежащее состояние, были проведены ремонтные работы, и сейчас все это служит на благо укрепления обороноспособности нашего государства. Далее были, значит, проведены следующие мероприятия. Приобретено в целях эффективной организации оборудование для государственной телерадиокомпании на существенную сумму. Было переиздан фотоальбом Айайра, фотоальбом «15 лет признания независимости Абхазии». Были установлены памятники генерал-лейтенанту Абхазской армии, первого председателя РОО Арва, первого министра обороны Аршпа Владимира Георгиевича, Агрба Гивика Муговича, Хварцкой Мушни Хумсаевича, представителей наших диаспор с дальнего зарубежья, из Ближнего Востока, это Турция, Иордания, Ливан. Эта делегация находилась здесь на всем протяжении наших праздничных мероприятий. Была осуществлена единовременная выплата семьям погибшим в размере 20 тысяч рублей, всем семьям погибшим без исключения, и единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей женщинам-ветеранам, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. Далее мы подготовили соответствующий документ, есть постановление правительства, изыщены соответствующие средства, и с будущего года мы увеличиваем на 2000 рублей денежное содержание и пенсии определенным категориям пенсионеров, таким как инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, первой, второй, третьей группы, семьи умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии и того количества повышения уровня пенсионного обеспечения должно затронуть 5174 человека. Деньги, соответствующие в бюджете, есть. Общая сумма затрат 125 миллионов 128 тысяч рублей. Эти платежи будут осуществляться с 1 января 2024 года и так в последующее время в том числе. Это коротко о том, что было сделано. Вот отчет. Здесь около 15 страниц. Я не стал останавливаться на менее значимых вещах. Если говорить крупными штрихами, то, что я вам сказал, изложено здесь, и это соответствует той работе, которая была нами проведена. Алтшуфа хабха айхбот ихбарана хаук хайкшурабзин мепсит урустула хюнткара хада анкет ша азиб шехеги и губзира бзиоб элка ара харакуб ихшу харакуб харахюнткара бату акуйцот хмелат бату рукуйцот азарака бижсарак сарештыскати рябха рыбиш без царак парчу сакуир гугит ацхрара ярбан царо хобшца авазар уез цара г яд халоб афымца аганахалы хамо а проблемаква айбет без цару брефымца аганахалы хамо проблемаква хацбар цазыхун уе тактика шуксыки хацбаб вишкуси хацбаб хабха а вяшукса вёхшукса вяшукса рыниц ауиза проблема хамамзар цазыхун харяхтахуб ицеги харахту генерация убре генерация алар цазыхуна хайцавет а газопровод Арцарц, Абраац Эдрглорц, Юистанцек, Афымца Азцо. И як много отца ритет, вям шрунц ахаре хауэт, убрея ну отца их эти резолюция, убрея накурфена, а усура халагут. Убрея мечтахи бзидзени вдруэт, ацха и хамо, кумста, аповала лаанзиху ацха, даари вошфируб. Уи амя Ачи хаму акоп шамяк хамадзам, убри анпи, убри ац харгылату, чы цхац хахтахуб, уй ац харгылара, епсоп хмилярд рэнза, уй залшара харах бюджетыши иқадзам, убри анпи сарасихид, урустула ахада, ацхырара айцарц, исейхид, бзейн хазневатихид, уй лкауп, избанагу зару ацха, Ашарта дорога нахала гихацуту усуп, хазхуцвет, ацхарара, шестот хаусивет.
Уэкеадина Ницалка, резолюция нас яхбот, ша амтахад хало. Обрямиштехе, иштисхита зара, кодры айуха, амюйко, дара, его широп. Ваац агикал на туннель куюба, рюбиги, ртагла зашат шейдзем, ибгар сигрыгдзем. Уэана губрёб, кодры айуха, амюахцара, аларауэтхуа. Убри амлар цазыхуна, ваанзиги, айла сойоку хаман, айла сойоку хаман, что из анестет, а схрара, та хупха, уйги со схудсвет и хит, а схрара, а стот и хит. Убрям иштахе, идзик хайцвавит, арбиджир кваргана хала, схрара, арцарц, уртезцара, куги, сшит гулут и хит, а схрара, а стот. Абас, рекачный хозар, хайкшара бртезцара, куи рызкан, садки бжакир анза хайцвавион, и гия телевизрала и хит, шо хайт, и вбит, и гирехнес, а винскат петуглазаша, хала цвавит, Тарей хари хайзыкалса житыгла зааша хала цовет, хакуша мукуша ико тыгла зааша хала цовет, ишпару готу ахюнткаррамичку, армичку, а тыгла зааша ишпа ахцаля шартадара харакны аларца зыхун, а бардацару кахрыла цовет, хайлыба каати бзин цовет дарадзе, усоб саракуша рашасту. Может быть, мой вопрос не совсем к тему, но вот недавно господин Зеленский, или как его назвать, сложно, в общем, президент Украины, предлагал Грузии возобновить военные действия или восстановить территориальную целостность. Как бы вы вообще прокомментировали вот подобного рода рассуждения? И как мы вообще... Как у нас обстоят дела с обеспечением государственной безопасности? Ну, я начну с ответа на первую часть вашего вопроса. Как бы я прокомментировал заявление господина Зеленского? Очевидно, эти заявления свидетельствуют о том, что господин Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Украинские власти пытаются расширить географию участников конфликта и создать дополнительный пояс нестабильности вокруг Российской Федерации. При этом мало кого беспокоит, что в результате войны, которую они хотят развязать, могут погибнуть, может погибнуть огромное количество мирных граждан, женщин, детей, стариков. Вот такого рода угроза исходит в данном случае от заявления, которое сделал господин Зеленский. Кстати говоря, такого рода заявления в последнее время с его стороны носят регулярный характер. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая. Или ее нет почти никакой, потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии. Вот такого рода деталях вырисовывается вся суть так называемых руководителей западных государств. Речь же идет о развязывании новой войны, и при этом нет никакой реакции. Это, я говорю, акцентирую ваше внимание для того, чтобы транслировать эту историю дальше, для наших граждан, чтобы они понимали, кто наши настоящие враги и с какой стороны нам нужно опасаться возможных провокаций. Я рассчитываю на то, что руководство Грузии, действующее руководство Грузии, проявит сдержанность и проявит некий прагматизм. Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу официально заявить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере вооруженными силами Республики Абхазия вместе с нашими союзниками. Если говорить о такого рода возможном сценарии, скорее всего, вероятно, противник будет действовать не один, а вместе со своими союзниками. И мы будем действовать вместе со своими союзниками. У нас есть союзнический договор, и в рамках этого договора агрессор, возможно, агрессор, получить то, что он заслужит. Но лучше до этого дела не доводить. И мы исходим из того, что это наш принцип, принцип сохранения мира. Прокомментируйте, пожалуйста, решение о базировании кораблей военно-морского флота России в Ачимчире. Я думаю, что это действие имеет прямое отношение к предыдущему вопросу. Конечно, это действие имеет прямое отношение к предыдущему вопросу. Мы постоянно занимаемся усилением обороноспособности нашего государства.
и на это нужно будет изыскивать соответствующие средства, мы их изыскиваем. Но тут очень важна позиция, которую занимает наш союзник, и я хочу вас проинформировать о том, что в этом вопросе мы действуем единым фронтом. Вопросы мира, вопросы войны – это вопросы, которые никогда не сходят с повестки дня наших межгосударственных контактов. Мы об этом постоянно думаем. Вы, наверное, заметили, обратили внимание, в День Победы к нам зашел малоракетный корабль. Он называется малоракетный корабль, но очень эффективный, очень высоко оснащенный современным оружием. И вы, наверное, тоже обратили внимание, какая была реакция на заход этого корабля. И мы были заинтересованы, это соответствует интересам всех жителей Абхазии, обеспечить твердый мир. А твердый мир можно обеспечить, усилив свои вооруженные силы, чем мы и занимаемся здесь у себя внутри и вместе с руководством Российской Федерации. Поэтому пункт базирования материально-технического обеспечения ВМФ будет развернут в порту города Чимчира, потому как это соответствует нашим интересам. Это направление работы будет только усиливаться, потому что вопросы безопасности и ранее носили первостепенного характера. А сейчас, вы видите, да, ситуация на Украине, ситуация на Ближнем Востоке. Мир находится на грани большой войны, и ни в коем случае этого допускать нельзя. Поэтому мы будем эту работу продолжать. Более конкретно, не считаю нужным об этом говорить в СМИ. Это будет подразделение военное, которое будет выполнять соответствующие задачи. Вы когда заявляли об открытии этой базы ВМФ России в Чимчире, вы сослались на подписанное соглашение между правительством Республики Абхазии и Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, где этот документ можно увидеть, когда и кем он вообще готовился по военной базе? Там подписано постановление о выделении земли под пункт материально-технического базирования военно-морского флота. Есть такое постановление о выделении земельного участка. Где его можно увидеть? Ну, на сайте правительства, наверное, можно будет увидеть. А зачем это нужно видеть кому-то? Можете объяснить? Для чего? Вопросы военной безопасности в известной степени – это вопросы, о которых нужно говорить, наверное, не так открыто и не везде. Есть решение, оно реализуется. И в 2009 году вопрос поднимался. В рамках межгосударственного договора от 2009 года в этом порту базируются морские подразделения пограничного управления. Это одна сторона. И дальше возникла необходимость, потому как военно-политическая обстановка в Южном Закавказье усложнилась. И мы идем по этому пути. Аслан Георгиевич, на недавней пресс-конференции Владимир Путин говорил о бесшовном железнодорожном сообщении от Ирана до Дальнего Востока. Я так понимаю, что Абхазия входит в этот путь. Как-то рассматриваются вопросы транзита через Абхазию? Какие-то конкретные подвижки уже есть? Абхазия может войти в этот путь. Сейчас, потому как обстоятельства складываются в Азербайджане, в Армении, скорее всего, этот коридор там будет обеспечен. Ну, соответственно, возникает альтернативная возможность через Дагестан. Там есть железная дорога. Абхазия может быть в эту историю интегрирована, если мы проявим готовность, если готовность проявит грузинская сторона. Я исхожу из того, что это соответствует нашим интересам. Недавно у нас находилась представительная группа специалистов из РЖД. Они уже второй раз к нам приезжают. Они выезжали на восточный участок Абхазской железной дороги. Вы знаете о том, что верхних строительных путей там нет, дальше от Чимчири. И в аварийном состоянии или в разрушенном состоянии находится инженерные сооружения, путепроводы, мосты, тоннели, их нужно восстанавливать. Сейчас идет после работы этой комиссии, которые приезжала сюда, идут расчеты, во что это может обойтись. Здесь комплекс вопросов и политических, и экономических, для того, чтобы транзит железнодорожный осуществлялся
через территорию Абхазии, надо, чтобы эти вопросы были отрегулированы. Политическая составляющая и экономически это должно быть выгодно. Конечно, это экономически выгодно, чем маршрут, связанный с Республикой Дагестан. Тут, если говорить о европейской территории России, то это выгоднее маршрут. Но всегда может быть найдена альтернатива. Поэтому мы к этому готовы, к этому разговору. Мы работаем и готовим соответствующее предложение. Пока никаких решений нет. Это вопрос не одного дня. Если это было бы возможно решить в сжатые сроки, то это было бы сделано давным-давно. Но вы знаете о том, что более 30 лет железнодорожное сообщение прервано. И восстановление требует определенного времени. Ну, в продолжение этой темы, более такой вариант, что ли, приземленный. Вы сказали недавно о том, что поезд из Сочи «Ласточка» будет приходить в будущем году, планируется не только в Сухум, но и в Чимчиру, как я понял. Вы не совсем правильно поняли. В будущем году планируется, что поезд пройдет в Сухум, и мы готовим соответствующую железнодорожную инфраструктуру, восстановили практически Гудаутский вокзал. Там одно отделение будет по обслуживанию пассажиров восстановлено, внутри уже. Восстанавливаем железнодорожный павильон Псырцка, восстановим наш главный вокзал и одно крыло для того, чтобы оно обслуживало пассажиров. Это исходит, мы исходим из наших возможностей. Все это делается на средства Абхазской железной дороги и на средства государственного бюджета Абхазии. Поэтому в будущем году это будет Сухум, и мы рассчитываем на то, что тут очень многое зависит от того, каким образом будут выполняться плановые бюджетные показатели. Пока дела идут неплохо. В планах в 2026 году сделать так, чтобы поезд «Ласточка» дошла до Ачимчири. Есть такие планы, и они вполне реальны. Еще такой вопрос. Значит, недавно вы говорили о проекте возведения на месте сгоревшего совмина президент отеля. Ну, в абхазском обществе многие это восприняли болезненно, что это историческое такое место. Ваши намерения не изменились после этого? Как вы вообще эту тему бы прокомментировали? С этим комплексом надо принимать решение. В таком виде комплекс оставлять нельзя. За последние 10-15 лет на территории этого комплекса было совершено более 15 тяжких преступлений. Несколько убийств, несколько изнасилований, несколько разбоев. Там лифтовые шахты находятся в аварийном состоянии. Туда приходят дети, бегают по этажам. Может случиться какая-то беда. Нам необходимо вместе с общественностью города Сухум принять решение, что делать с этим комплексом. Если можно было бы легко и с легкими затратами все это восстановить и создать комплекс правительственных зданий, то это было бы сделано давно уже. Но таких возможностей нет. Чтобы вы знали, уважаемые журналисты, я бы хотел, чтобы это было доведено до наших граждан по таким примерным расчетам, для того, чтобы восстановить комплекс правительственных зданий, нам нужно более 2 миллиардов рублей. Это для нас огромная сумма денег. За 2 миллиарда рублей можно сегодня приобрести около 600 квартир для неимущих. Хотел бы ваше внимание обратить для тех, кто стоит в очереди за жильем, на следующее. Когда этот комплекс правительственных зданий строился в 80-х годах, в Абхазии проживало около 600 тысяч людей. Этот комплекс был построен с перспективой на население в 1 миллион людей примерно. Я не думаю, что в таком большом комплексе мы должны разместить государственный чиновничий аппарат. В этом нет необходимости. Поэтому, если быть предельно откровенным, государство не может себе позволить построить это здание для государственных нужд. Есть возможность, идут проговоры. Есть определенные заинтересованные лица, если это будет им выгодно, построить какой-то многофункциональный комплекс, в котором часть помещений или часть
там корпус один или там их три же корпуса, это могло бы быть передано безвозмездно для нужд государственных органов управления, что-то использовать как офисный центр, часть под гостиницу. Никаких решений по этому вопросу еще нет. Я говорил о президент-отеле на встрече со студентами города Москвы, и эта встреча проходила в президент-отеле в Москве. Я недавно ездил в Белоруссию, и нас встречали, и нас поселили в президент-отеле в Минске. Вы, наверное, знаете, историческая встреча Борис Ельцин, Владислав Ардзинба, Эдуард Шеварнадзе тоже проходила в президент-отеле в Москве. Вы наверняка бывали на Красной площади и знаете о том, что напротив Кремлевской стены находятся торговые ряды. Это же торговые ряды ГУМ. Вот поэтому... Охотничий? Нет, охотничий ряд — это другой. Это бывший торговый ряд ГУМ. Да, да, да. На Красной площади. Поэтому по этому вопросу надо думать дальше. Все оставить как есть, я считаю, что это неправильно. Но в любом случае, прежде чем принять какое-либо решение, мы обязательно будем советоваться с общественностью города Сухум. Это очень важно. И никаких других действий, которые не будут согласованы с общественностью, я подчеркиваю, с властями, с теми, кто понимает, как развивать город, никакие другие действия мы предпринимать не будем. А почему это вызвало реакцию такую негативную? Мне сложно об этом говорить. Наверное, кто-то хочет, чтобы страна не развивалась. Наверное, кто-то хочет, чтобы все оставалось так, как есть. Например, были те, которые противились тому, чтобы пришел инвестор и начал осуществлять реконструкцию комплекса зданий в санатории ПВО. Вот год тому назад. Это же ожесточенное сопротивление, с чьей стороны встретило, так? А сегодня мы имеем вот этот замечательный комплекс, с которым, кстати говоря, отдохнули наши родственники наших добровольцев Северного Кавказа. Инвестор на свои деньги построил мост, который тоже подвергается критике. И мало кто сказал о том, что большое вам спасибо, у него таких обязательств не было. А подъемник будет сделан на этом мосту. И если перила не нравится кому-то, то тоже можно заменить. Была поставлена задача открыть мост к 30 сентября. И они там работали до поздней ночи. А иногда бывало, что люди работали всю ночь. Вот что нужно отметить, вот на чем нужно делать акцент, с моей точки зрения. Но, к сожалению, есть люди, которые не хотят этого. По разным причинам. Кто-то в рамках внутриполитической борьбы, кто-то, есть люди на самом деле, не заинтересованы в том, чтобы страна развивалась. И завершая эту тему, хочу сказать точно. То, чего там не будет в комплексе зданий, так это там казино точно не будет. Как об этом заявили некоторые известные общественные деятели. Поэтому будем идти дальше и работать по этому направлению. Дима? А можете назвать компанию, которая будет заниматься восстановлением аэропорта? А сколько средств на это планируется потратить? Будут ли средства из бюджета Абхазии? Если да, то сколько? Значит, по поводу аэропорта, в течение текущего месяца вы узнаете, общественность узнает, с какой компанией подписан инвест-контракт. Хочу проинформировать нашу общественность о том, что в реализации этого проекта государственных денег, бюджетных денег Республики Абхазия нет, ни одного рубля. Все за счет инвестора. Сейчас кое-какие цифры уточняются, поэтому когда мы подпишем контракт, а контракт мы подпишем в этом месяце, вы детали будете знать. Более того, там условия были, в соответствии с которым инвестор должен восстановить за свои средства, осуществить капитальный ремонт двух подстанций, которым пользуются в том числе жители этого района, привести в надлежащее состояние автомобильную дорогу, осветить ее и отремонтировать мосты. Это автомобильная дорога, которая от республиканской трассы идет до аэропорта. Поэтому в течение действующего месяца мы получим, вернее, вы получите более подробную информацию. Такой ответ устраивает? По дате открытия аэропорта не сдвигаются сроки? Нет, по дате открытия аэропорта сроки не сдвигаются. Технические полеты у нас будут не позднее июля. Запуск 31 декабря 2024 года.
на Новый год, можете заказывать билеты. Единственный форс-мажорный фактор, который, вот, если не дай бог, вот эти боевые действия, которые идут в разных государствах, если они примут какой-то другой масштаб, это может помешать. Во всем остальном договоренности будут выполнены. Ранее сообщалось, что Абхазия и Белоруссия будут развивать контакты по линии Минобороны и спецслужб. Есть ли какие-то уже положительные договоренности? И вообще можно сказать, что Белоруссия де-факто признает независимость Абхазии? Сам факт установления контактов между руководителями государств и ведомств – это уже серьезная подвижка. Это уже сам по себе. Вы же понимаете, что в последнее время эти контакты носят почти регулярный характер. Вот в конце действующего месяца представительная группа, несколько министров, выезжают в Белоруссию, и они будут там работать с коллегами. Это уже, если пользоваться вашей терминологией, вашими терминами, это уже подвижки. Конечно же, там обсуждаются вопросы межгосударственных отношений. Говорит о том, что Белоруссия готова признать независимость Абхазии, пока еще рано. Но работа в этом направлении идет интенсивная. У нас приоритет – это Российская Федерация, далее это Республика Беларусь, Министерство иностранных дел и все министерства соответствующим образом проинструктированы. И как приоритет внешнеполитического курса, этот курс обозначен руководством страны, президентом Абхазии. Взаимоотношения с Российской Федерацией можно охарактеризовать как взаимоотношения между братскими народами, настоящими союзниками. Есть вопросы, они связаны в том числе с программой гармонизации наших законодательств. Там было несколько пунктов, а точнее более 40. И мы в этом направлении работаем. Были определенные сроки определены, установлены определенные сроки. Часть вопросов удалось решить в эти сроки. Часть вопросов решить не удалось. Поэтому у нас мы детально обсуждали вопросы гармонизации, вопросы координации внешнеполитического курса нашего. Вот все наши контакты с Республикой Беларусь, в том числе, это с поддержкой Российской Федерации, с поддержкой Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, те же самые вопросы обсуждались, что и с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вопросы, связанные с регулированием двойного гражданства. Мы должны в ближайшее время, не мы должны, в ближайшее время мы ожидаем указа президента. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы облегчить вопросы для наших граждан. Это делается во имя и на благо граждан Республики Абхазия, которые хотят получить российское гражданство. Но есть определенные бюрократические препоны, есть некоторые правовые нестыковки, они требуют постоянной работы. Чем мы и занимаемся, сверяем часы и по намеченному курсу идем вместе. Далее работа на Ближнем Востоке и по всему миру. Но это как бы по мере наших возможностей в этом вопросе Министерство иностранных дел оказывает нам всемерную поддержку. Что-то там у нас было более значимое из того, что я сейчас... Обсуждались вопросы нашей работы, нашей скоординированной совместной работы с российскими коллегами в различных регионах. Мы обсуждали ситуацию, связанную с нашим сотрудничеством, скажем, с Объединенными Арабскими Эмиратами. И министр иностранных дел России высказал поддержку нашим идеям, связанным с налаживанием торгово-экономического инвестиционного сотрудничества. Мы контактируем с послом Объединенных Арабских Эмиратов Российской Федерации. Кроме того, у нас активные контакты с послом Палестины, со спецпредставителем Палестины в Российской Федерации. Эти вопросы мы тоже обсуждали, разумеется, учитывая текущую ситуацию, там большие сложности. Если подводить общий итог, в соответствии с нашими базовыми межгосударственными соглашениями, мы действуем скоординированно с МИДом России, мы подписали с российским коллегой план консультации на ближайшие годы и будем двигаться в ключе выполнения тех наших совместных планов. Особое внимание в ходе встречи с президентом Российской Федерации и с министром иностранных дел было обращено
на взаимодействие между Республикой Абхазия и субъектами Российской Федерации. Это направление работы одобряется властями России, и в рамках реализации этого курса мы устанавливаем добрососедские отношения. Как вы знаете, к нам приезжают гости, руководители разных субъектов Российской Федерации. И я хотел вам рассказать приятную историю. Может, вы об этом знаете, наверняка знаете, а может и не знаете. Вот моя поездка в Башкирию, она связана с тем, что у нас, во-первых, сложились давние исторические отношения с руководством Башкирии. Вы знаете о том, что в тяжелые времена руководство Башкирии, народ Башкортостана оказывал всемерную поддержку нашей республике. Там обучалось несколько десятков наших ребятишек на бюджетной основе, и проживали они в общежитиях бесплатно, и все это время испытывали заботу и внимание властей Башкирии. У меня давно сложились личные отношения с премьер-министром, уже лет 20, как мы дружим, с руководителем, замечательным человеком. Они были в прошлом году, в марте, здесь у нас, в Абхазии, и обратили внимание на некоторые наши, скажем так, памятники архитектуры. И им очень понравилась наша Сухумская колоннада, им очень понравилась колоннада в городе Гагра. И в лучшем месте, в городе Уфа, кстати, город очень красивый, республика динамично развивается, в лучшем месте в течение одного года будет построена копия нашей Сухумской колоннады. И по краям этой копии будут установлены фигуры национальной одежды Башкира и Абхаза. И это место будет называться местом дружбы народов Абхазии и Башкортостана. Это, на мой взгляд, очень важное событие, это история останется на века. И вы знаете о том, что вот недавно к нам приехало первые 50 туристов, у них есть башкирское долголетие, такая программа, вот приезжают, да, пенсионеры. Более того, я уже просто говорю о эмоциональных вещах, о приятных вещах, у нас налаживается деловое сотрудничество, у нас экономические контакты начали приобретать уже реальные формы. Мы подыскали здесь место, и они будут восстанавливать. Здесь в свое время был пионерский лагерь из Башкирии. Понятно, что это место уже заняли, мы нашли другое место. Вот они будут строить там санаторно-курортный объект с таким же названием, с тем, чтобы жители этой страны приезжали к нам. Понятное дело, что это рабочие места для нас, налоговые поступления, обустроенная территория и укрепление международных братских связей. Мы в этом нуждаемся. Чем больше друзей у Абхазии, у абхазов, тем тверже наша поступь в этом мире. Я исхожу из этого тезиса. Пытаюсь его реализовать. Вот такая история. Вопрос по предстоящей инвест-программе. Расскажите нам, пожалуйста, какие планы, что планируется включить, какая там она будет в том же виде или как-то модернизируется. Вот подробнее хотелось бы знать. Что касается инвест-программы, содействие социально-экономического развития Республики Абхазия с Российской Федерацией. К сожалению, объемы инвест-программы будут сокращаться. В основном мы в последнее время в плане реализации инвест-программы последние 3 года мы делаем акцент на развитие инфраструктуры. Это то, что необходимо для развития экономики. О чем идет речь? Это дороги, это водоснабжение и канализация, это энергетика. Без дорог, без водоснабжения, без энергетики очень сложно развивать экономику. Вот эти вот деньги, которые мы получаем из Российской Федерации, будут направлены прежде всего на эти цели. Единственная тема, которую мы сохраним и обязательно доведем до конца, это строительство детской больницы в городе Сухум. Под это дело деньги будут, но объемы инвест-программы, еще раз я вам говорю, сокращаются. Вы знаете, по какой причине. И нам необходимо в повседневной своей практике, в планах своих среднесрочных и дальнесрочных исходить из этого. Мы сами должны научиться пополнять свой бюджет, планировать свое будущее и заниматься развитием наших территорий, прежде всего экономическим развитием. Это очень важное направление деятельности.
Самое главное направление деятельности – это обеспечить экономический суверенитет абхазского государства, обеспечить людей работой. Я вам об этом говорил, цифры вы знаете. У нас обозначилась определенная тенденция. Но тут огромный пласт нерешенных вопросов, и мы этим занимаемся. Поэтому вот такая история по инвестпрограмме. Если в долларовом измерении инвестпрограмма, к примеру, в 2012 году, или в 2011, или там в 2014, в 2015, это было примерно 100 миллионов долларов, сегодня это 10 миллионов долларов. В 10 раз сократилось. Но мы в любом случае благодарны руководству Российской Федерации. Для нас это очень ценный вклад в Абхазию. Но мы должны действовать сами, из этого исходить. Есть дошкольное учреждение в городе Сухум, называется АПРА. Очень хороший садик, садик с многолетней историей, потрясающее место расположения, находится прямо на берегу моря, вот на Маякском повороте расположен. Сотни детишек туда ходят, и вот и мои дети туда ходили, продолжают ходить. Но здание находится просто в ужасающем состоянии, оно кажется 60-х годов. В принципе, я думаю, тогда там и был последний ремонт проведен. Сейчас с каждым годом оно угасает, оно... Наверное, уже не... Да, оно и морально, и физически устарело настолько, что мы вот пытаемся латать эти дыры, родители своими силами, вплоть до того, что когда сильные дожди, протекает крыша. Мы, то есть, застилаем полы какими-то тканями, меняем линолеум, стараемся обновлять мебель, но понятное дело, что все это капля в море. Здание требует капитального ремонта, при том, что там... Ну, там реально большой садик, там ходит много детей, там потрясающий, да, там потрясающий педагогический состав. Этот садик пользуется любой, потому что место да. Стоит, все знают. И педсостав замечательный. Можно ли как-то вот повлиять на эту ситуацию, потому что впереди зима, уже если дожди как бы наносят такой урон? Значит, я исхожу из наших реальных возможностей и не считаю для себя допустимым или возможным вас дезинформировать. В этом году существенное вложение в этот садик осуществить мы не сможем. Но эта проблема нам известна. Эта задача была поставлена мэру города. И в 2024 году мы изыщем средства и начнем там осуществлять ремонтные работы. Уважаемые коллеги, мне кажется, что это очень важный вопрос. Вы имейте это в виду, не раньше, чем 2024 год. На самом деле, это вопрос важный. Я бы хотел, пользуясь случаем, обратить ваше внимание. С 2009 года по настоящее время построено или капитальным образом отремонтировано 24 садика в Абхазии. И все эти садики были отремонтированы или заново были построены при поддержке. Не при поддержке, а за счет средств помощи Российской Федерации. Этот садик мы восстановим, работы начнем только в 2024 году. Раньше такой возможности у нас не будет, к сожалению. Мы все-таки решим войти в состав союзного государства с суммарным населением, ну, примерно, свыше, конечно, 150 миллионов рублей, нам, безусловно, придется разрешить продажу недвижимости уже не иностранцам, потому что мы будем в составе одного государства. Я хотела бы знать, как вы планируете противостоять вот такой ассимиляции Абхазии, на мой взгляд. И второй мой вопрос все-таки касается апартаментов, очень любимая тема в Абхазии, такая активная. Если мы не согласимся принять, ну, закон об апартаментах, если мы не захотим отдавать в собственность госдачу Пицунда, то в нарушение всех подписанных договоров и соглашений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, ну, как вы думаете, Россия заберет военные базы, отнимет пенсии? Вообще эти вещи разве взаимосвязаны? Что касается возможного участия в союзном государстве нашей республики, 24 ноября 2014 года был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, вернее, между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В статье 3 этого договора сказано, я хочу, чтобы вы это запомнили, значит, основными направлениями развития союзничества
и стратегического партнерства являются проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия и, внимание, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе или при содействии Российской Федерации. Этот документ был подписан 9 лет тому назад, и в рамках реализации этого документа проведена определенная работа. Некоторые статьи этого договора реализованы, некоторые статьи договора находятся на стадии реализации, некоторые статьи остались без внимания. Значит, мы говорим о союзном государстве. Я уверен в том, что принципы союзного государства, прежде чем туда войти, наверняка те, кто входит в это союзное государство, опыт мы изучаем, предусмотрели правовые механизмы защиты некоторых своих, скажем так, национальных интересов. Во-первых, нас туда силком никто не гонит, так вопрос не стоит. И никогда так вопрос не ставился. Конечно же, мы будем все взвешивать, все плюсы и минусы. Но коль скоро договор такой подписан, я считаю, что нам необходимо укреплять союзнические отношения. Но когда подойдет время, мы будем принимать решения здесь, в Абхазии. Будем принимать решения не самостоятельно, президент будет принимать решения. Будет принимать решения парламент, будут принимать решения люди. И поэтому до этого еще далеко. Вот эти вопросы, которые вы обозначили, наверняка такими вопросами задаются не только вы, а какое-то количество наших граждан. И мы найдем ответы на эти вопросы. Пока я считаю преждевременным говорить на эту тему. Вопрос так еще не стоит. Мы только к этому подготавливаемся, в том числе и гармонизация. Тут может быть и квоты по гражданству, или по количеству проживающих. Тут много разных механизмов, которые работают. Поэтому а фобии, которые существуют, они мне понятны, мы их будем учитывать, и никаких дополнительных фобий на нашем пути не будет. Мы, наоборот, будем их снимать. Прежде всего, любой шаг, который будет предприниматься руководством Абхазии, президентом Абхазии, будет направлен на обеспечение интересов граждан Абхазии, жителей Абхазии. Если это невыгодно нам, то такие шаги мы делать не будем. Вы из этого можете исходить и можете быть в этом уверены. А второй какой был? Что по пенсиям, военным базам? Я связала, что... А почему вы связали? Вы знаете, пока эти вещи как бы не считаю нужным связывать. Есть законопроект. Вы, наверное, знаете о том, что апартаменты в Абхазии из существующих норм, которые были приняты несколько лет тому назад, идет строительство этих апартаментов. Мы сейчас приняли постановление правительства, которое ограничивает этажность в городе Сухум. Каким-то образом эти вещи попытались упорядочить. Но строительство апартаментов у нас в Абхазии не запрещено. Другое дело, что мы или люди, которые строят апартаменты, сейчас, как это мне представляется, могут строить в любом месте. Нет, скажем так, нормативных актов, которые могут идентифицировать этот термин, параметры какие-то задать. И как я это вижу, мы могли бы с этого иметь дополнительные поступления в бюджет, если бы был принят нормативный акт, в соответствии с которым владелец апартаментов будет платить дополнительные налоги, новый вид налогов. И если мы бы пошли по такому пути, мы могли бы грамотно распределить наши ресурсы, в том числе земельные, где эти апартаменты могут быть, на каких условиях, как будут работать управляющие компании, как будет вестись учет тех, кто будет приобретать и тех, кто будет приезжать. Вот для этого необходимо было принять закон о правовом статусе апартаментов. Вы знаете, что он находится в парламенте. Будут они это принимать, не будут это принимать. Это уже прерогатива парламента. Можно в него вносить изменения, можно какие-то статьи убрать. Это же работа, правильно? Это работа, которая ранее не проводилась. Я неоднократно об этом говорил, и сейчас хочу вам напомнить, в 2017 году было дано поручение правительству Республики Абхазия
значит, разработать программу развития города Гагры как туристического многофункционального кластера. И в этой программе написано четко, этим занимались институты, институт пространственного планирования, институт урбанистики, заплатили деньги за эту программу. Она у нас есть. Другое дело, что она не была реализована. В рамках реализации этой программы только в городе Гагра должны были построить около 1,5 миллиона квадратных метров. Из них 600 тысяч должны были построить квадратных метров, 600 тысяч квадратных метров апартаментов. Это не случилось в силу разных причин. Поэтому эту тему рано или поздно, скажем так, ранее тоже поднимали. Мы хотим к этому вопросу подойти цивилизованно. Каким-то образом, и это вполне возможно, укрепить институт государства, чтобы эти, не государство, а институт гражданства, чтобы эти вещи не были увязаны. Каким-то образом спланировать так, чтобы поднять потенциал восточных регионов Абхазии. Это связано в том числе и с территориальным планированием. Это связано с серьезным оживлением. Почему сегодня на эту тему актуально говорить? Почему программа, которая была разработана в 2017 году для Гагарского района, не была реализована? Та программа не была реализована, потому что под нее не было источника финансирования. Сегодня ситуация, конъюнктура сложилась так, что строительство комплекса, в котором есть и апартаменты, и гостиничные номера, это финансовая модель более выгодная, быстрее, более окупаемая. Но у бизнесменов, как правило, нет денег. Они обращаются в банки, берут эти деньги, а банк должен видеть финансовую модель, должен понимать, когда эти деньги будут возвращены. Вот вы знаете, у нас работает программа льготного кредитования. Она начала работать с 2016 года. И в рамках программы льготного кредитования построено несколько отелей. Отели вот здесь вот отель построен, в Гагре построен отель и еще в каком-то месте. И ни один из этих отельеров, в Сухуми 2, один в Гагре, и вы знаете, скандал, не может вовремя обслужить эти деньги. Но это же нам выгодно, чтобы бизнес развивался, правильно? Но если бы у них, я говорю, если часть, они имели бы право, допустим, да, там законное в свое время, значит, там построили 100 номеров, 50 это апартаменты, 50 апартаментов он бы продал, этот бизнес пошел бы по-другому. И кредитная история была бы закрыта, и банк ему дал бы на развитие еще деньги. То есть это вещи взаимосвязаны. Поэтому такая история, она, скажем так, многогранная. Надо развивать экономику, а это без финансовых средств невозможно. Долгосрочную брать деньги в кредит в абхазских банках и работать очень сложно. Если посмотреть структуру портфеля кредитного в Абхазии, наши банки зарабатывают деньги только на микрокредитах. И там 24-30% годовых. Ну, у кого-то кто-то, не дай бог, умер, поручители нашлись, он взял 300 тысяч, за 5 месяцев вернул. Но развитие экономики, если мы говорим о масштабном развитии экономики, мы же говорим о необходимости строительства детского сада. Но процесс становления ребенка, он же запомнит, в каком детском саду он обучался, какие там были проблемы, как он замерзал. Вот так говорят, что если ребенок в детстве не имел велосипеда, если даже он станет миллиардером, эту историю восполнить невозможно, потому что тогда, когда ему нужно было, он велосипед не имел. Вот мы должны всех наших детей обеспечить возможностью находиться в детских садах. Детские сады должны быть современного уровня. Все это требует серьезных финансовых вложений. Вы же люди образованные, я исхожу из этого. Вы элита нашего общества. Вы читаете, вы можете сравнить. Но у нас экономика, она же понятна, все видно. Туристическая страна – это основное направление нашей деятельности. Субтропическое сельское хозяйство, транспортные возможности, логистика. Вот что у нас может работать. Но как мы развиваем нашу территорию в этом плане? Какое количество земли у нас обрабатывается земель? А сколько обрабатывалось? Почему производство всех видов культур, которые были в советское время, упали в разы? Почему наша продукция, которая востребована в России, такие культуры, как цитрусовые,
мы можем поставлять там 50 тысяч тонн, а русский рынок потребляет российский 2 миллиона тонн. Но мы не можем увеличить, да потому что в эти отрасли необходимо привлечь инвестиции. Это уже экономика с другим подходом, это капиталистическая экономика. Если раньше в основные фонды предприятий сельского хозяйства вкладывался Советский Союз, строил совхозы, покупал, значит, там саженцы, огораживал, платил, ждал 5 лет, пока будет урожай, это сейчас должен делать абхазский капитал. Возможности абхазского капитала в этом плане ограничены. Значит, надо привлекать капитал извне. Он работает на таких же условиях, на таких же принципах, как и наш капитал. Поэтому эта работа непростая, но она понятная, и альтернативы такому подходу нет. Мы далеко с вами зашли. Вопрос, связанный с апарт-отелем, это прежде всего и главным образом это экономический вопрос. Есть попытка его политизировать. Время все покажет. Вы помоложе меня. Время все расставит по своим местам. Я все-таки да. В аспекте того, насколько апартаменты госдачи Пицунда взаимосвязаны. Вы знаете, аспекты, апартаменты, госдача. Госдача – это отдельная тема. Апартаменты – это отдельная тема. Это нужно нам больше, чем кому-либо. Я об этом неоднократно говорил. Решения принимаются соответствующими государственными институтами, которые наделены полномочиями от наших граждан. Вот вы можете более детально эти вопросы задать им. Они свое мнение вам расскажут. Там, наверное, есть разные взгляды на эту историю. Вот. Мы свою работу выполнили и в первом случае, и во втором. Я уверен в том, что парламент в своем большинстве состоит из ответственных государственных деятелей. И я думаю, что решения, которые они примут, будут соответствовать интересам наших граждан. Я из этого исхожу. Аслан Георгиевич, у меня вот такой вопрос. Не так давно произошла смена руководства в Министерстве внутренних дел, и хотелось бы узнать, как вы на сегодняшний день оцениваете работу правоохранительных органов? У военных две оценки – удовлетворительно и неудовлетворительно. Вообще-то говоря, мы проводим с определенной периодичностью совещания, они носят контрольно-отчетный характер. Министерство внутренних дел докладывает по основным направлениям, как обстоят дела. Есть там разная картина складывается. В целом она значительно лучше, чем была когда-либо. По таким преступлениям, как похищение, разбои, грабежи, убийства, изнасилования, значит, кража в отношении отдыхающих, там картина улучшилась существенно. Не просто она улучшилась существенно. Это уже не обозначилась тенденция, она сформировалась и установилась. Есть проблемы, связанные с количеством дорожно-транспортных происшествий. Хотя в 2016 году, я хочу, чтобы вы просто это знали, у нас на дорогах погиб 81 человек. Почему это происходит? По разным причинам. Существенным образом возросло количество автомобилей. Даже за последние 3 года, с 2019 года по настоящее время количество автомобилей в Абхазии выросло вдвое, на 100%. Тогда была цифра около 39 тысяч, сегодня мы имеем картину около 77 тысяч автомобилей. Такое количество автомобилей в Абхазии не было даже в советское время. В советское время было зарегистрировано 41 тысяча. Дороги наши остались такие же, как и были. Наши дороги требуют в обязательном порядке, как это необходимо по условиям безопасности, чтобы была разделительная полоса. Кстати говоря, вот с учетом того, что мы отмечали 30-летие Победы, и под это дело мы приурочили, со свои собственные средства мы привели в порядок республиканскую трассу. Почти полностью ее осветили. Вот эту часть между Псоу и Сухумом, ремонт столбов, освещение мы осуществляли за свои деньги. Это не из инвестпрограммы Российской Федерации. Нанесли дорожную разметку. От осевой полосы на несколько метров провели расчистку зеленых насаждений. Вы, может быть, на это обратили внимание. Это тоже связано с повышением уровня дорожной безопасности. Это вещи взаимосвязаны. Значит, у нас реализуется программа в рамках Министерства внутренних дел. Программа, которая связана с обеспечением безопасности дорожного движения. Мы в этом году на эти цели отпустили более 30 миллионов рублей. В течение 2 лет у нас будет центр обработки данных, в котором будут стекаться все нарушения, которые
фиксируются на дорогах с помощью средств объективного контроля. Эта работа идет. Несколько сот новых дорожных знаков в этом году было установлено. Сотрудники ГАИ работают на износ, надо отдать должное, и там у нас не комплект. Вот это направление работы, работа, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения, там у нас есть, я сейчас уже смело могу сказать, что они носят объективный характер. Конечно, нужно изыскивать средства и повышать заработную плату тех, кто работает на этом направлении. И нас, потому что дорожная, значит, ситуация проще не становится. Мы развиваем Восточную Абхазию. Мы для того, чтобы разгрузить в том числе нашу автомобильную дорогу, запустили вот эту электричку. Мы запустим аэропорт. Мы наладим морское сообщение. В этом году уже были круизные корабли. Но все равно для развития экономики нам нужно делать новые дороги. Делать в Гагре объездную дорогу. Это огромные деньги. В тех местах, где это возможно, делать полосу безопасности разделительную. Это тоже огромные деньги. И тогда ситуация в этом направлении изменится. Во всем остальном я оцениваю работу коллектива Министерства внутренних дел и в целом силовиков, правоохранителей удовлетворительно. На то есть объективные цифры.